Вот с таким нулевым исходником пришла к нам девушка на увеличение груди. Мы сегодня увеличиваем грудь через соски с самыми мягкими имплантами. И посмотрите, демонстрация мягкости и структуры импланта. Его можно сжать полностью. И это будет супер имитация железы. Самый мягкий имплант. Данный результат на операционном столе сразу после операции. Мы закончили нашу операцию. В конце операции проводится анализ место расположения имплантов. Каждая линия, они право-лево одинаковые, снизу одинаковые и идеально симметрично установлены. Так что здесь будет очень красивый размер груди. 3+. Через 2 часа после операции пациент может ехать домой. Установлены импланты Мотива 355 мл через сосок.